поскольку в баке у меня горловина, как сказать, стоит клапан, и он тоненький. И вот я пошел посмотреть пистолет тоненького образца, как вот в легковую или вот как у больших грузов толстый. Смотрел, все нормально, сейчас мы на заправку. Рубля 24 литра заправили. Ну, нормально. Это мы когда вчера или позавчера покатались по Екатеринбургу. Километров 200 наматывает. Так что вот так, ребят. Всем доброе утро. Уже вернее обед. Едем к Данилу. Тент 196. Надо перегнать, посмотреть тент и перегнать прицеп на багажнике. Ну все увидите, короче, поехали. Вот мы и прибыли. Так, вижу сразу прицеп, который был спереди меня там, ну, где я сдавал задом. Уже тент накрыли, готовый. Так, вот мы и прибыли на место. О, вот тут смотрите, что делают. Тент какой будут шить, прикиньте. Офигеть. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, можно, парни сфоткаться он просит. Прикиньте, каркас какой, тент тоже будет на него. Офигеть, объемы, да? Так, ну что, пошли туда, вовнутрь. Сейчас посмотрим, что они тут сделали моим прицепчиком. Так, ух ты, как с улицы темно. Они... Здорово, мужики! Они работают, у них тут аж пыль стоит. Смотри-ка сейчас. Молодцы. О, о, ребята. Ребята. Красавчики, да? Кто это ходил по моему тенту? Кто спал на краю кровати? Не знаю кто, да? Да я шучу. Не, нормально это. Он, видите, моется все четко. Видите как? Вот это супер. Так, отдельная благодарность тем, кого вижу. Так, здорово, мужики. Спасибо. Спасибо. Спасибо там тоже. Молодцы. Прям супер. Это что мы сейчас его цепляем и это? Да, да, писатку. Где будут багажник делать, да? Или как они называются? Что-то не знаю. Ладно, вспомним. Сейчас у Данила спросим, вспомним. Так, ну что, суперски? Вообще офигеть. На резиночках, ребят. На резиночках все. Даже вокруг фонарика обошли. Смотри, что. Парель. О, этот. Ну да, парель будем цеплять, как раз не будет мешаться. Вообще? Ну что, вообще нормально. Я же еще потом могу настроить еще вот борт 40 39, ну пускай 25 сантиметров еще сверху могу, и его вот так вот он будет. Резинку надо подлиннее поставить, и все. А ну, это еще понял, но понял, специально ее не стал. Ага. Пока просто узлом завязали, если его понадобится посильнее затянуть. Ага. Вы ее вытаскиваете на себя. Ага. Узелок режете, лишнее отрезаете, все. Ну, когда она будет уже растягиваться, ну, да? Поставил так, да, пока. Ага. Ну, все, ребят. Бомбически, такая площадка здоровая. Вообще. Так, и что, мы сейчас его зацепим, да? Да. Все, то есть он готовый, его можно на выезд? Да. Все, ребят, сейчас цепляем.
и на выезд. Сейчас тут только уберем. Блин, ну вообще материальчик офигенный. Мне вообще нравится. Прям. Вот как куртка у меня, только прорезиненная. Вообще четко. А вот эти посветлее. Синий, по документам синий. Синий. Вон у меня, ну, видите, у меня был тогда МТЗ, синий трактор, и поэтому регистрировал как синий трактор, ой, как синий прицеп. Но сейчас перерегистрировать я уже не буду, буду ездить красный, красный будет трактор с синим прицепом. Я даже записал, что мне надо сделать еще. Все, что, подгоняем, цепляемся, выезжаем. Путь. Пока я камеру доставал, парни уже зацепили. Так. Ладно, ручник снять. Да, вот так вот. Не покрутишь, не поешь. Ну все, парни, спасибо. Надеюсь, я к вам больше не приеду. Или только починить когда, да? Короче, парни говорят, лучше на чай приезжать. Без работы. Так что вам удачи, давайте погнал я в другой цех, в соседний. Так, все нормально, цеплять пока не будем. Прогоняем. Как он смотрится, красный трактор, синий прицеп. Отлично, я думаю. Ну вот так вот смотрится. Ну вот по прицепу, вот мое мнение, вот как вы скажите. Смотрите, багажник висит. Блин, забываю все, как он называется. Ну, поправите, если что. И вот сюда тоже он просится. То есть симметричные колеса будут. И дополнительные ящички мне будут. Пошли, зайдем. Шефа сказали, нету. Тут вообще никого нету, смотри. Смотри, работников, никого. Смотри, бери, что хочешь. Здорово. Мне тут работяги, самые главные работяги. Самые главные работяги. А мы дальше смотрим тоже выпало. Да? Сразу я горячий шоколад беру. Сдачу, говорит, дают. Вернее, платят за кофе еще. Тут рождается прицеп новый, видите? Из прицепа маленький прицеп выходит. Так, друзья, вот земля же круглая. Вот Димка сам попался. Серега мне привозил кенгурятник. Так что вот, он снимает меня, он пацанам снимает, а я его. Так что за кенгурятник, Дима. Всем привет. Да, за кенгурятник спасибо. Ну, на созвоне, если что. Все, удачки. Я сейчас загоняю в 11 ворота, и все, я на сегодня летим дальше, короче. Давай, Дима. А? Так, пацаны меня уже открывают. Работа кипит, надо быстро. Ну что, все у нас получится? А если вот сюда прям планку отсюда? Да, вот так вот. Сейчас парни подумают, как хорошо все это сделать.
все, дальше живем продольные, скоро мы живем уже. Ну как, ну смотрится офигенно. Ну давай так же, да? Два ящика. Ну все, я вам не нужен? Все, да. Все, спасибо огромное. Все. Приеду уже забирать. Так что, ребят, ждем следующее видео. И мчимся дальше по работе. Так, решили вопрос по футболке. Нужно здесь еще наклейку сделать на футболке. Пока отложим, то есть телефон взяли. Данил, вот такую. Пахнет хорошо. Вонючку подарил. Будет у меня теперь запах в тракторе. Заехал, взял колодки, забрал на бусик. Так. Вот на бусик. А это Саша на Hyundai. Тоже на бусик. Так, магазин Дизельтехника. Тут нам надо купить брызговичок с одинаковым шрифтом. О, сразу Петя встречает. Петя, здорово. Салам пополам, да? Да. Пошли, я тебе покажу твой косяк. Мой, у меня нету косяков. Нет у тебя косяков? Нет. Помнишь, я у тебя брал брызговики? Мы быстренько кинули, а шрифт у них разный. Ну, же хорошо же. Да? Да? Хоть вспомнил, приехал через год, да? Ну, так. Это. Ну, некогда было поставить. Вот поставил, что-то думаю, сейчас буду красить. А сейчас они вообще без надписи идут. Вообще без надписи? Да. И что, я вообще приехал, что их нету? Что вот. Мне надо было именно вот с таким надписью. Вот с таким, ребят. Сейчас я посмотрю. Шрифт вот такой. А тот что тебе не устраивает? Вот тот широкий какой-то, не очень. Вот это по-моему, оригинал, да? Да хрен его знает, сейчас так оригинал. Да это тоже не оригинал. Да. Я просто сразу не поставил, а тут что, они мне лежали-лежали, решил поставить, и чтобы была Беларусь. Но тут шрифт, ну вот как вы видите, большой. Сейчас мы купим еще один и погнали. Этот один будет в запасе, если что. Главное, чтобы... Что, Петя, был, да? Что? Брызговик. А, нет, пик еще не работает. Так. Так, что, пойдем искать. Нам нужен брызговик. Запчастей не убавилось, так что пригоняйте. Кому какие запчасти надо. По турбинкам вообще... Так, вот парни выходят. Здорово, приятного аппетита. Привет, спасибо. Так. Ну вот видишь, хоть в офисе кто-то появился. А то я сегодня... Где? Второй раз, да? Показываю, что приезжаю, в офисе никого. Обед, ребят, я попадаю на обед. Ну а что делать? Надо работать. Во! Вот оригинал, а вот не оригинал. Вообще нормально. Это третий шрифт получается. Капец. А пластик поставь. Кого пластик? Куда ему там пластик? Не, у меня там самодельный, да. Крылья, это, ну они самодельные, просто вытянутые. Чуть-чуть по-другому. Ну, туда нет, да. Так что сейчас они идут. Это не, не оригинал. Без надписи. Да. Ну, дорогой. Сирена, знает. Нет, это 325 рублей. А тех нету? Не пришли еще? Нету. А, ну все, ладно. Так, и этот тоже шрифт другой. Короче, между ними. Это у меня тоненький. Тут толстый шрифт, а это вот средний, посередине. Это оригинальный, да, получается? Это оригинал. Что, они стоят? 2000. А, они вот с пружиной идут. Вот это, ребят, пружина. Это чтоб... Кстати, не видно. С пружиной идут. Она пружинистая, сталь здесь. Поэтому... Ну ладно, потерплю я тогда. Дождусь я шрифта либо одинакового, либо потом придется два сразу. Придет, я тебе сфотку отправлю, посмотришь. Ну все тогда.
Вам спасибо, я погнал дальше. У меня делов капец как. Какие у тебя дела? Ну, блин. Какие могут быть сегодня дела, если сегодня праздник, выходные? А нет, вчера был праздник, вербное воскресенье, кстати, с праздником вас. А сегодня что, понедельник? Ну, завтра мир трудмай. А, мир трудмай, жвачка, дембель, что там, да, есть. Так, ну все, я гоню, короче, дальше. Все, все, Петь, давай, я погнал. Приехали к блогеру Андрей Технарь. Пошли в гости. Пока Андрюха за запчастями поехал. Я сказал, минут 5-10 я буду. В общем, друзья, по брызговикам нету. Буду ждать, либо два куплю одинаковым шрифтом, либо ждать с таким шрифтом. Один. Другой вопрос. Так, заехал еще у Данилы. Мы были, когда заезжал. Отмерили, вот видите. Остались, как вот так, рисунки. Это будут здесь новые наклеечки. Андрюха приехал. Так, Андрюха, здорово. Привет. Канал Технарь. Андрей Технарь, да? Да. А фамилия у него Державин. Я его полю сейчас. То есть у тебя не родственник Державин, который песни поет? Нет. Не это плачь, я поменял в свое время фамилию. Да? У меня была другая. Ты тоже вражеский агент. Это просто с воздуха придумано. Не, на самом деле. Так что, здорово, будем знакомы. Мы с тобой, кстати, мы первый раз воочию. Мы переписывались, перезванивались. Да. Все хотели собраться тогда, то я не приехал. Да, кстати, он у меня два раза уже или три раза мимо прогнал. Позвонил, буду, и все. Я говорю, когда жду, и нету. Да, были дела, да. Ну вот. Все, приехал в гости. Я даже не знал, что ты на тракторе. Я думал, ты как на легковой, оказывается, нифига себе. Ну, я был очень рад. Надо по делам же ездить. Не просто так. Надо все в округе, все запчасти собрал. Ну и раз по пути, значит, к Андрюхе заезжать. Еще и кайфануть. Да, еще кайфануть. Вот Андрюха еще тут поснимал, я ему тут побуксовал. Конечно. На канале увидите. Кстати. Да, заходите к Андрюхе, Андрей Технарь канал. Посмотрите, как я шлифовал тут. Туда. Все засняно. Ой. Мужики, видишь, как сразу, как сделано. Облепили сразу. Самое главное, вентилятор сейчас такой придумал сюда. У меня здесь он тихо работает. Ну, вот так прикольно. Ну, вот такие приколюхи детские. Ну, самому что приятно, то и дело. Конечно. Ты тоже, смотрю, до ума доводишь. Доводим? Погрузчик доделал? Да. Пуки вставил. Все, пошли, сейчас пойдем. Конечно. Мне же интересна тракторная тема. Да. Это что, КамАЗ все могут сделать? Говорит, КамАЗ могут все. Да не все хотят, Андрюха. Вот как ты ковыряешься с техникой. То есть, ну, мне нравится, парень занимается, ребят. У нас тут рабочая вся атмосфера. Болтики, гаечки, сам все делает. Сами видели. Заходите на канал, еще посмотрите. О, видите, нормально. А то я все нанимаем, будет стойко. Да. В общем, сам с техникой занимается, сам погрузчик, сам купил, продал, сам на отдых ездит. Так что вот, смотрите на канале. На отдых езжу? На какой? На этом, квадроцикле. А, ну, тоже покажу. Это да, это да. А то видишь, что. Ну. Хотя я его тоже ремонтирую, квадроцикл. Ну, ты где-то не показывал еще. Или вот нет? Недавно редуктор задний поменял. А, да, точно. Ну вот, красавчик. Я ему тогда говорил, мне Тона, нам же писали созвонись с Саней. У меня на канале мне мои подписчики писали, чтобы Андрюха со мной все. А да, мне про тебя. И потом ты мне написал в итоге и... Закрутилось, завертелось и пошло. Ну что, взял бэушный, довел уже до ума. Ну еще много, конечно, доводить до ума. Ну по сути тут только по внешке. Ну, а так-то все сделано. Последнее ты делал сочленение, да? Сочленение, рулевые все пальцы, кардан вот этот вот поменял. Ага. Вот. Мне вот не нравится у них шиеска, вот это, знаешь, как подшипник там такой стоит. Да. А сделано для чего? Китайцы то здесь на миллиметр проморгают, ну, то да, здесь. Чтобы можно было зажать. И он вал, вот этот вал, шкворень, он либо вот так ходит, либо так, либо, ну, короче... Он вот так там может, то есть на заводе, чтобы в любой момент мог собрать и подшипник криво. Если сделаешь втулки ровно,
ты не попадешь туда. Ну, ну да. Кстати, поэтому да. Они, чтобы вот проморгались. Кстати, вот это вот качение, оно же здесь так-то его нету. Да, его качения нет. Быть. А вот чтобы им быстро на заводе собрать и вот этот палец всунуть. Они на рыбе сиденье так же делают. Сейчас говорят на этих, на конусных, на конических подшипниках все пошло. Сейчас так что будет все получше. Это если сделать, это будет получше. Но да. Нам это уже не грозит, нам придется все дорабатывать самим. Да, мы уже все схавали. Да. Ну, блин, он у тебя здоровый вообще, капец. Большой, но... Ковши вот одинаковые. Ковши вот одинаковые. Завтра... У тебя 2,20 же здесь? 2,40, по-моему. Да, у меня 2,20, ну глубина такая же. У меня вот здесь вылет побольше. Угу. Вот так. Можешь. Да. Подъем также 2 тонны, да? Ну, видишь. Не, это трехтонник. Ну, трехтонник, но ты все равно на нем же не поднимаешь в ковш, потому что тебе просто не влезет 2 тонны. Так, ну, да, смотря чего. Да. Ну да, если я вчера если булыжники там, таскал если эти... Если тяжелый отсев гранит. Сырой нагрузить, то тут 3 тонны точно будет. Да, потому что я вчера еще таскал эти, снимал тоже ночью. Булыжник прям этот, гранит здоровый. Mm-hmm. Я поднять не могу, но вот волоком туда стаскивал. Он, кстати, стаскивал. Я вот пни пытался выкорчевать, он если нагрузка большая, он не поднимает. Джойстик тянешь, он мучит просто. Клапан срабатывает, гидравлику, да, чтобы не порвать шланги. Я завтра поеду куплю набор для проверки давления гидравлики и проверю давление в системе. Потому что редукционник у меня, ну, видать, крутили его когда-то. На нем пломбы нет. Все запломбированы, а редукционник не запломбирован. Ну, сильно всего. Тоже не накручивай, чтобы не порвать гидравлику. Потому что накрутишь, тебе же хочется его поднять, поднять всегда хочется понемножку. И что-нибудь порвешь. А так пусть он ограничитель стоит, все. Будет вот нормально. Салон, смотри, как сделал. Ну, салон, я смотрел, да. Сиденье новое поставил. Коврики все сделал. Довел я купил такой коврик, но он, блин, что мне не нравится, вот в нем, вот это вот, блин. Ну, все остается. Я сделал... Не сметешь, не сдуешь, надо вытаскивать ветряхи постоянно. Вот, а я сделал этот, видел же у меня ровный тракторный. Я двери открываю, сквозняк, все сам выметать. Да, даже это, подметать не надо. Это очень удобно. И когда ровненько тоже наклонил, водичка даже с ног, когда тает, на, ну, зимой, наклонил трактор, значит, в эту сторону. Потому что там уже у меня печка, и у тебя тут тоже стоит. Да, там все. Ну да, у тебя повыше, блин. Вот эти стекла, блин, не нравятся. Вот со стыковкой. А блин, вот это стекло, я вклеил уже новое, его не было. Тут был пластик. Угу. Я купил, потом склеил, тут это приклеил герметиком. Так я вас снимаю. Сам вклеил. Кстати, можно, где канистра есть, объезд Зика, у них можно вот так вот цельную прям сделать. Только трактор надо гнать туда. Угу. То есть вот этого не будет, скорее всего. Угу. Да ладно, пусть так будет. Не, я говорю, когда на случай разобьешь уже, или что-то. И она это, она держит саму кабину еще. Ну, когда склеиваешь, она упор делает. У меня ну, кабина да. В этих местах лопалась. И когда я уже цельное сделал, то есть она обтекаемая была вот так. И она уже даже видно, что трещину, ну, нету больше трещин. Дальше не идет. Она осталась трещина. Ну, крепкость держит. Да, она конструкция. Ты видишь, из какого железа? Ну здесь у тебя RockFox, да. Это тебя, этот, XMG Евро. Когда-то XMG Евро, по-моему. Да. Раньше была компания, был XMG, а был XMG Евро. И это кабина XMG Евро, потому что по стандартам Евросоюза кабина должна выдержать переворот погрузчика. Если так. Он переворачивается, да. Она обрывается болты, и она держит каркас, если его придавит водителя. Да. А вот на V300, например, уже нету вот таких усилителей. Угу. То есть тут сзади идет, вот нету вот этого усилителя сзади, тут идет стекло просто с поршником. То есть кабина вот просто складывается. У меня нету такой. У меня вот на тракторе я там добавил на МТЗУхе, она идет кабина RobFobs, это каркас безопасности да. Называется. Да, да. Кабина. Ну, у тебя, конечно... А, нет, на погрузчике у меня нету такого. На погрузчике нету. Нет, и вот на современном тоже нету. Mm-hmm. Да, там есть. Еще старая ну, кабина. Такие дела, братцы. Вон еще у него квадрик, на котором он катается, вы смотрели. Ну, заходите к нему на канал, познакомитесь и да, посмотрите. Андрей Технарь канал называется. Так что, а, вон тебе, знаешь, я такую вонючку. Спасибо большое. Это стента. Тен 96. Да. Так что. Ну, пахнет. Вот сюда мы и повесим ее. Слушай, у меня тут вонючки-то нет уже. Я давно хотел найти. Нет. И ты прям очень кстати. Да. Ну, она прям пахнет вкусно. Вообще кайф. Сейчас мы ее. Так что мне Данил подарил, я подарил. Так, мы ее можем. Андрюхе. У меня еще там вот сюда пару штук есть. Как раз он мне дал. Ой, видишь, и будет пахнуть хорошо. Ты у меня, видишь, на магнитах шторка. Ну, все правильно.
чтобы в жару солнце не светило. Ну. Так что сделали так. Все нормально. Вот такие вот дела. Рацию надо еще тебе сюда. Рация есть? Здесь есть? С КамАЗа. У меня. А, поставить только надо. А зачем? С кем? Разговаривать по рации. Не, она это, кто приехал, свой даже кто-то рекламу слушать. Ну да. Тем более рядом с Челябинским-то трактором сейчас работать буду, там вообще только сдам топливо. Да. Звоните сюда, вот этот номер, там обнальщики. Да. В общем, вот такой вот погрузчик у него. Да. Более-менее до ума довел. Ну, здорово. Сейчас надо работать. Да, молодец. Отрабатывать, окупаться. Конечно, чтобы окупился, что, зачем он будет стоять-то? Ты, получается, у тебя, сейчас ты вот шофер у тебя на КамАЗе, а да. Ты будешь уже непосредственно... Послезавтра, в среду, уже уезжаю в поле. На погрузчике? Я ездил, да. Ага. Тут сидельниково поле будет отгрузка чернозема. Ну, то есть у тебя объект уже есть? Ну да, можно так сказать. Все. Так что будем чернозем грузить. В работу, правильно. Некогда сидеть. Братва собирается, соседи подходят. Звонят, Андрюхе уже позвонили, говорит, у тебя там что-то кипиш какой-то, трактор подъехал. А я это сделал. Снарядов насобирал. И вот. Ладно, Сак, что, давай тогда. Давай, потом наберу. Звонят уже тоже, говорит, что там у тебя за кипиш? Андрюхи, после двора. Я его оторвал, он КамАЗ надо делать. Все вышли с... 140 едет. 147. Отвлекает от работы парня. Ему надо работать. Вон. Андрюха, давай иди работай, КамАЗ сделай. Показание, трактор. Вот такие друзья. Земля круглая, все друг друга знакомятся. В гости ездят. А некоторые не заезжают в гости. Две турбины тут, все это. Ему турбины, блин. Сейчас запчасти ему все надо. Ну все, мы с Андрюхой попрощались. Андрюха, давайте вам удачки. Да, Саль, спасибо большое. Давайте, собирайте КамАЗ, а то я вас отвлек. Сейчас. Потому что работа прежде всего и семью надо кормить. Так что удачки, залетай. Ну и там еще что-нибудь поснимаем, будет клево. Все, давай, удачки. А я поехал тоже. Мне надо сейчас, ребят, позвонили. С Ханты-Мансийска пришел мне генератор. Надо где-то в городе созвониться и забрать. Ну и все, а мы едем дальше. Андрюхам привет. Все, мы погнали. Так, приехал я в город Екатеринбург. Обратный конец города. Путался. Сначала этот дом, потом вот этот дом показывает. Короче, меня в итоге спросил вот в этот дом идти. Мужики домой отправляются. На родину, да? В Ютубе будете. Все, кто идет мимо, гуляет. Все фоткаются. Друзья, чтобы объяснить, Серега с Ханты-Мансийска передал дочь. Дочь как зовут? Юля. Юля, бате передай привет, что ты мне передала. Так что взять вот. Да, конечно, это у вас даже и трактором не назовешь, космолет целый. Не-не-не, трактор. Трактор. Трактор, да. Красивенький трактор для прогулок. В общем, Серега, все я забрал. Тебе огромное спасибо. Привет большой. И приезжай, свою железяку забирай. Возможность будет приезжать. В общем, как-то так все мне передали. Вам спасибо огромное. Как зовут? Матвей. Все, вот видишь, мы даже познакомились с твоим зятем. То есть дядя Саша, если что. Ну все, я поехал дальше. У меня же дела-то тоже. Вам спасибо огромное за то, что передали и сохранили. Да, пожалуйста. Ну что, как вам контент? Прекрасно. Нормально? Да. Все. Так, еще раз, когда у тебя? 8 июня. 8 июня что будет? На метро приезжайте, все, ждем всех, будет мероприятие, автомобили прекрасные, прикольные проекты, все будет просто. Просто бомба. Да. Все так смотрят. Махать можете даже. Во.
Опять он в кадр. Вот я и дома, ребята. Сегодня был насыщенный день. Съездил до прицепа. Заехал, забрал колодки Саши себе. Встретил Димку, который подарил мне вот эту еще, сказал, что-то там у него еще есть блестящее, заехать. Замерили наклейки на замерку, съездил на футболку, наклейка замерил. В Арамиль съездил, магазин дизель-техника, Андрей, заехал подписчик. Потом съездил, генератор забрал. Заехал, потусовался. Ну и в общей сложности проехал сегодня 310 километров на нем. Ну, довольно-таки насыщенный день. Ребят, хотел закончить видео, но посмотрел кадры, и я же вам не показал самого главного, что мне пришла посылка с Ханты-Мансийска от Сереги Штамберг. Это и подписчик, и уже и друг, друзья стали. Отец Серега, тебе огромное спасибо еще раз. Так. Пришла вот такая вещь. Очень нужная. И он, Серега, он же почти новый. Да он новый, наверное. Он даже сюда поставил шкив, как на МТЗ. У меня, хочу сказать, а пойдемте сразу примерим. О, так он почти такой похожий. Сейчас мы его как-то вот так приладим сюда. Так, самое главное в моем — нет возбуждения, иногда пропадает. С электроникой я неважно дружу. Будет запасной, в ремонт отдам. А этот Серегин мы сделаем отсюда. А он даже по креплениям, смотри-ка, что подходит. Ух ты. Так, снизу такое крепление. И здесь такое же крепление. Сверху. Одной рукой неудобно держать. Ну и, соответственно, вот в руке у меня это вакуумник, чтобы кто-то понимал. Под давлением сюда подается масло. И вакуум работает. Это педали сцепления и тормоза. Ну а теперь всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, не забывайте. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Thank you.